выглядывает, выглядывает. Держи, держи. Да мы ее нянчим, а это я сын с ней был. Давай подержу, давай, давай подержу, давай, вот так, да. Кусай. Так вы думаете, ей все-таки требуется, да? Да, 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 маленькая, очень. Мась, на, держи, ананас еще ребенок. Еще не может. А она уже руки держит еще. Она уже в руку надо. Не, ананас не получается еще. Держи. Она это мягкая, да. Сегодня прям хорошо так поела курицу и сердечки поела. Мясо это обязательно. Мясо обязательно. Ну, обязательно. Очень. А я еще до детского питания с кашей пробовала. Ну никак она не хочет кашу. Вот этот сальмири у нас каша. У нас Маська детский каш далеко не все ела поначалу, допустим, рисовая каша, ни в каком виде, ни с фруктами, ничего, ни вообще не ела рисовую кашу. Сейчас все равно, смотри, смотри. Оп. А без тебя кушать, да? Ну что, Кики? Такие глаза жалкие, я тоже хочу. Да, она без тебя кушает, да? Без тебя кушает. Открывай ротик. Без тебя кушает, без тебя кушает, да? Она не поймет, что это не поймет. Вообще так смешно. Да. И так шевелит, а по всей прическе. Я говорю, как таджик вообще, если честно, похоже. Бровь такая, тин-тин-тин. Говорю, будь смешная. Ой, живот у тебя полный, небось и подгузник навалило уже полный. Да, что скажи, мы бананы натрескались, мы желешечку покушали, да? Скажи, мы покушали? Обязательно я с Орёвой тоже, да, вот, ну, приучили к поводку, да, обязательно. То есть даже дома она вас ходит с поводком? Нет, дома я, в принципе, без поводка могу отпустить без проблем, но единственное, что, опять же, не хулиганить, в незнакомых местах, опять же, чем опасно, она не знает, куда залезть можно, куда нельзя, как бы такие места. Ну, на улице однозначно, но нам еще рано залезть. Нет, на улице она вот у нас во дворе может и без поводка гулять. Вот. Но как бы вопрос... Кушает вкусно? Да. Масяня, вкусно? Вопрос такой, что станет любопытно, может пойти куда не надо. Очень много собак. Да, вот. Да. И как бы без поводка отпустить на улицу не страшно, потому что она не убежит. Она знает, что вот дом, тут кормят, вот здесь тепло, да. Здесь укусили, любят. Да. Но собаки, она собак не боится. Они ее поймают. Поэтому что они с ней сделают, логически понятно. Да, ну, ты ешь, я. Мам, так вкусно. Такие, а как вы стрижете когти? Вообще пилочка. Пилочка. Не, я ножичком пробовал, но она у меня побаивается. Мы больше боимся за фалангу пальцев. Просто на ручках, страшно. Поделись морковкой. Мне что себе на голове только не делали. Где украл, Сэр? Маська накидала. Выкинул. Найди. Найди. Стесняемся? Ногти кусает, да. И бывает сильно их прокусывает. Кики! Ку! Кики! Кики! Ку! Девочка! Ку! Да моя Масенька, посмотри, какие глазки, потеряла папу, Масенькая моя, вот это моя девочка, Масянька, иди ко мне, пожалуйста, подойди ко мне. Не бойся, иди. Ко мне подойди, Чичика, ко мне подойди, говорю, подойди ко мне. Опа, посмотри, кто тут сидит, Масянька, посмотри, кто сидит. Мяу. Дай ручку, Ну, она еще маленькая, ей еще месяца 3, действительно. Вообще, малюсенькая. Папа, ты что? Папа, ты что?
Мать, иди ко мне, пожалуйста. Иди. Не бойся. Переобували, да. Идем. Там нормально. Если тебе что-то не нравится, ну надо. Толя, чего? Прикусить. Чего? Смотри-ка, с тобой еще. Чего? Ты такой не сможешь? Чего такой? Нет? Нет, нормально. Это нормально? Ты такая большая. Посмотри, какая масса. Иди с Евой познакомиться. Иди посмотри. Иди познакомиться. Ой, Саша. Иди, не бойся. Мася, иди погладь, иди, девушка, посмотри. Погладь, Мася. Погладь. Дай ручку, Мася. Дай ручку, Масеньке. Мася. О, знакомство пошло. Это нормально, да. Послушай, послушай, это нормально. Да, надо козюки чистить, потому что Мася будет забиваться, и нужно дыхать. Дай ручку, Мася, дай ручку. Дай ручку, вот мало один. Да. Это недавно, как свинюшка, все равно каша. Ну, это так. У нас там есть свинюшка, где она питрит бананами. Это был кошмар. Ты все равно еще никак не умела правильно кушать. Ты боишься? Сразу, да? Ты сразу к папе? Ты так папу любишь. Ты так папу любишь. Бери ножками. Нет, бери ножками. Бери, открывай. Открывай сама. Давай, 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 давай. Открывай. Нет, ручками. Ручками открывать. Давай, сама. Бери ножками, открывай. Вот, вот, вот так. Давай. Давай сюда. Отдавай. Ручку, давай. Сама. А много на что? Сын рыбует, я не все на тебя куплю. Мне думаю, это лучше. Здесь специально я куплю маленькую. Все, давай, возвращайся. Давай, давай, одевай. Обратно. Все, давай. Все. Самостоятельно. Ну, а где тебя угощу? Иди, вкусняшку, мать, возьми. Иди, возьми. Иди, возьми вкусняшку. Иди, возьми, мать. Зубки чешутся. О, без проблем, так, да? Только не грызи. Отдай. Дай мне. Давай мне. Молодец. Подавиться, не подавиться. Можно матрасом. Запросто. Его на свою игрушку. На его любимый мяч. Масяня, а ко мне пойдет? Он реально в ладошке. Вот надо светить. Нет, говорю. Сюда иди. Да, ну, потом познакомься. Где же? У нас к концу лета на хвосте была проблема, потому что она его за собой волочок, и она вытирала из хвоста всю шерсть. Кто там проверяет? Ну, что там? Да не, она не убежит. Иди сюда, мать. О, все, пошла туда. Да не, нормально, ничего. Там, ну, погода теплая. Полюсечка. Пожевать? Пожевать зубки чешутся. Ты что, пользуешься моментом, что вас любит? А, да, да. Иди ко мне, подойди, пожалуйста. Подойди ко мне, подойди. Чего нет? Чего? Давай, иди. Иди сюда. Иди нет, сюда. Говорит. Сюда иди. Иди, иди, иди сюда. Иди сюда, да. Иди. Я сказала, иди сюда. Чего нет? Подходи. Чего давай. Нет? Ко мне, иди. Иди сюда, ко давай. Мне. Иди. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди. Классно наблюдать, когда они не разъедут его.
Она сильно громко пищит, она его боится. Бери, бери, бери. Молодец, бери. Бери, бери. Да. Иди, бери. Тик. Ай, молодец, хорош. Два. Да, они здесь молочатся, ничего себе, они попадают большинство.